Всем привет! Сегодня у нас на обзоре такая маленькая, но необходимая всем вещь, как USB, micro-USB, OTG флешка. Заказывал ее в Китае на 16 гигабайт, проверил. Всего памяти 14,9. Залил сюда фильм 720p и папку с музыкой в MP3. Давайте проверим, как она себя ведет совместно с телефоном. Флешка определяется. Открываем. Для начала музыка. MP3. Воспроизведение сразу. Качество HQ. Переход между треками без лагов. Перемотка. Также без. Проверим фильм 720p. Громкость. Перемотка. Итак, работает все отлично. Единственное, хотелось бы проверить еще 1080p. Но для начала давайте посмотрим, насколько быстро копируется. Выберем несколько файлов. Скопируем и скинем на внутреннюю память. Папка музыка. Окей. Все файлы скопировались. Ну и прямо сейчас проверим, как ведет себя флешка с фильмом на 1080p. Итак, записал на флешку фильм 1080p. Вставляем флешку в телефон. Средняя скорость записи 8 мегабайт. Открываем. Смотрим. Фильм запустился. Перемотка. Качество отличное. Никаких тормозов. За свои деньги флешка отличная. Качество сборки супер. Есть нейлоновое кольцо. Цепочка, подвешивайте куда хотите. Всем рекомендую. Если есть какие-то вопросы, пишите. Постараюсь ответить в комментариях. Всего доброго!